Компания «Не та кнопка» представляет. Герой плавного фаззума, или как Рахутаген, стоял в прицеле. Основные системы в норме. Костюм готов к работе. Готов. А Рахутаген готов стоять в фаззуме. Да, Рахишка? Ну, если потребуется. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортин. Капитан Очевидный. С почином, бро. Продолжай. Твори добро. Спасибо, дружище. Так? Засада. Это засада, это я не спорил. Прежде всего, есть у меня для вас отличненький анекдот. Анекдот такой. Парень спрашивает девушку. О, так. Ну не знаю, Рахутаген, по-моему, тебя подменили. Что-то последнее время нормально. Ты стал на таких режимах снайпером попадать. Нормально. Удивительно? Да. Ничего удивительного, попадаю не только я, меня, видишь, тоже попадают. Итак, анекдот. Парень, уходящий в армию, спрашивает свою девушку. Дорогая, будешь меня ждать из армии? Она говорит, конечно буду. Ты ж сучонок, мне 7 тысяч должен. Ха-ха-ха, да. Вот так оно и бывает. Вот самый лучший надежный способ, чтобы девушка тебя дождалась. Бабла у нее займи, да побольше. Конечно будешь ждать, куда она денется. У нее уже личностный интерес, так скажем. Так, давайте, ребята, тащите. Магадан, давай. Увези всех в Магадан. Я думаю, справится. Там у них медик, по-моему. Давай! Красава! Сегодня я постараюсь хорошо отыграть с нефазумной, но при этом достаточно классной, я считаю, винтовкой снайперской Bushmaster BA-50. Дело в том, что Bushmaster это, по моему мнению, сейчас скоро топ-1 станет в Warface. Ну, за исключением, конечно же, Кракена. На пабликах, подчеркиваю. То есть, на каких-то там опенкапах, ну, может быть, даже все-таки там и скауты, и аиксы, и там, понятно, будут тащить все еще. Но, что касается паблика, мне кажется, что самым разумным выбором сейчас становится Орсис, если не хотите донатить, либо Bushmaster. Почему, собственно говоря, я уже говорил, и могу сказать еще раз, почему бы и нет. Потому что они ваншотят. А другие пушки, не исключено, что скоро ваншотить перестанут. Может быть, так и будет. А может и не будет. Все будет зависеть от того, что будет с синдикатом, с броней, с этими синдикат. Если многие соберут, то действительно лучше брать Bushmaster и Orsis. Если мало кто соберет их, то как бы хрен бы с ним, собственно говоря. Тогда можно дальше бегать с Аиксом и Скаутом. Но честно признаюсь, раунд выигран, честно признаюсь. Мне больше нравится Bushmaster. Мне Bushmaster больше нравится. Знаете почему? Аикс почему-то мне вот, ну, сразу не так вот как-то зашел, когда он появился. Ну, вот вроде классный, вроде все нормально. Ну, что-то мне лично не хватает. Хотя многие прямо говорят, AX это идеал. Скаут, он реально классный. Он реально классный. Правда, он слишком точно открывается. Для многих это непривычно, для тех, кто играет давно в Warface. Он слишком какой-то точный. Поэтому у многих проблемы с прицеливанием. Иногда даже у меня бывает. Но могу сказать следующее. Bushmaster это прямо воплощение настоящей болтовки. Пусть он не супер быстро зумится, но тоже достаточно быстро. Зато какой звук, какой внешний вид. Вот это реально пушка, которая просто вот, реально пушка в руках. Не просто оружие там, винтовка, а реально пушка такая прямо, ручная пушка. Как жарил так, жарил прям, ух, сочно. Так, куда ты? Лови, мой сладкий. Вот теперь узнаю тебя, Рахутаген. Все правильно. Лучшая болтовка — это пистолет. Подколол, да? Да ничего, нормально. Нормально, ребят. Ну, опять же, недостаток Bushmaster у него, по сути, такой существенный только один. Он не фаззумит. Он не фаззумный. Он очень хорошо так неплохо зумится, но не фаззумный. Поэтому в упор идти на кого-нибудь с Bushmaster'ом, ну, такое себе занятие. Честно говоря, я бы с другой любой винтовкой тоже пошел с пистолетом. При таком количестве союзников в команде. Когда один на один остаешься, да, лучше... Хедшот, детка, you as own делать лучше в этом случае, да. А если один в один, то лучше попытаться сфазумить. Потому что если у противника много хп, брони, то пистолет может не вывести. А болтовка, конечно, это очень рискованно, но она может сразу убить. А когда у тебя есть союзники... А теперь смертельный номер. Мертвая петля Рахутагена. Задолбал, Кэп, но я же все правильно делал. Ну, по совести. Ну по совести скажи. Поправочка. Мертвый прицел Рахутагена. Такой ты паразит. Я думал, ты скажешь, да, Рахутаген, все ты правильно делаешь. Это было обосновано, типа, тактический ход. Ну я же правильно сделал, ребят.
Я знал, что он выйти может, по сути, только вот почти наверняка с левой стороны он выйдет, и я могу его поймать в прицел. Я правильно все сделал? Блин! Да! Успех! Классно. Классно. 4-0 идем. Просто 4-0 наша команда летит. В смысле, мы не мы летим, это противники летят 0-4, а мы идем 4-0. Качественно, душевно. Что-то у противников одни и те же страты. Они как-то то вверх, то право, и как-то не очень убедительно, прямо скажем, заходят. Ну, видать, ребят не очень опытные. Да и, честно говоря, карта такая, карта, разработчики, ой. Ну, правда, ну много претензий к вам по этой карте. Очень она, очень такая геморройная, правда, в игре очень геморройная. Я даже с очень хорошими игроками на ней играл, там, которым приходится ее тоже катать, они Айрама играют. Даже наши профи-игроки турнирные. Бля, как они ее ненавидят, эту карту. Серьезно. Все ее прямо вот в кавычках обожают, считают лучшей в кавычках картой просто на РМ. Тяжело. Вы знаете, таки, мне кажется, Блиц это отдельная тема. Не надо его на РМ засунуть. Ну, сочно! Да, сочно. Зато заслуженно. Я заслуженно элита Warface. Имею право пользоваться этим званием. Так. Ну чё, ребят, давайте 5-0. Давайте 6-0 вообще по красоте сделаем. Сможете? Да все, сможем по-любому. Где наш штурмовичок? Где последний? Цыпа-цыпа. Цып-цып-цып. Блин, вот постоянно так, у последнего противника у него какое-то особое чувство просыпается. Он умудряется так сныкаться, что его никто найти не может. И такое нередко. Во-во-во, бой пошел. Ребята, я сейчас подоспею. Подоспею. Блин, не подождали меня. Но все равно. Мы молодцы, ребят. Королевский. Королевский нагиб устроил нам. Красавчик. Вот, победа за нами. 10. Аплодисменты, занавес. Ракутаген подтвердил свое звание MVP MLG мастер угла номер один на планете. Благодарю вас. Какое-никакое, а звание 10-1 сыграли. 61% меткости. Бушмастер, если все правильно сделать, выбрать позицию, либо рассчитать время, когда войдешь в прицел и быстро выстрелить. Ну, в общем, сделать все грамотно, если опыт есть игры с этой пушкой. Это практически идеальное оружие Warface. Чего не сказать о карте Blitz, о платформе, да и вообще о режиме Blitz. Все-таки, мне кажется, на Ирэме он лишний. Ну, это мое мнение. Напишите свое в комментариях. Ну а в целом, если данное видео вам понравилось, кстати, скорее всего уже завтра стартует новая рубрика. Если вам понравилось, то я думаю, стоит выполнить ряд несложных, но весьма полезных для фаззума действий, в том числе и фаззума на месте. Ставьте лайки. Это по желанию. Яйки чешите, это обязательно. Яйцо почесал, и всегда твой фаззум максимально быстрый. И в нужной позиции, в нужном углу. Вступайте в нашу армию, нагибайте все. И мы увидимся с вами.